Всем хай, дорогие детишки, с вами ваша мама Евгений. И я пришла, чтобы позаботиться о вас, о вашем психическом здоровье в первую очередь. А как оно у вас? Я вижу, что немножко страдает. Но давайте я вот покажу вам прекрасную игру, которой такая же мать, как я прекрасная, будет восстанавливать психическое здоровье детей в самой здоровой атмосфере на свете. Я не могу себе простить, если дети где-то в мире не живут так, как в этой игре. А надо, чтобы все воспитывались. Это все, эталон. Как дела у нас? Это эталон воспитания. Самые здоровые условия на свете здесь. Сейчас мы с вами на 10-ю ночь. Не спав все 10 ночей, потому что мы все их провели в беспокойстве о детях наших. Посмотрим, значит, играть в музыку, слушать музыку, чтобы расслабиться. Немножко попить чая и принять таблетки! Наконец-то! Ой, стоп, смотрите. Сообщение Карен. Он ушел? Ну, я не знаю. Я не знаю, ушел он или нет. Но сейчас кое-что другое придет. И это мой кайф. Мой кайф, а приходит. Мы уже ведь правильно не паримся, да? Сколько таблеток мы принимаем. Конечно, ведь вот, смотрите, галочка стоит, значит, все правильно. Значит, мне нужно больше этих таблеток, больше. А где мой чай? Это, кстати, кружка с чаем, но нет самого чая. Все ли хорошо? Все ли хорошо? Не знаю. Вы мне скажите. Это у вас в глазах двоится, а не у меня. Опять? В смысле? Опять эти стоят доски? Ну мы же все забили уже. Мы надежно защитили наш дом. Включаю музыку, короче. Давай, чайник, начинай. Используйте воду для чая. Это что значит? Вода вроде бы там есть, да? Ведь он свистит. Значит, все есть там, хорошо. А мы можем только с той стороны. Я это, кстати, даже, не знаю, не посмотрел, где мои дети. Сейчас посмотрим. Блин. А, спит, все нормально. Неужели одна ночь спокойная, без всяких происшествий? И, кстати, смотрите, как хорошо работает электричество. У нас везде свет включен, и даже чайник кипит. Стой, хватит, харе. Мне кажется, я переборщил все-таки с таблетками. У меня есть такое подозрение. Почему-то везде внезапно выключился свет. Стало очень темно. А, нет, на кухне выключился свет. Ладно, хорошо, просто пьем. Надеюсь, вам приятно смотреть на это видео, друзья. Посмотрите, какое изображение. Это потому, что вам надо одеть ваши стереоочки. Поэтому изображение раздваивается. Когда вы наденете очки, оно соединится в очень трехмерную картинку. Даже четырехмерную, я бы сказал. Если не пяти. Вот кружка, например, тысячемерная. Вы можете видеть все ее измерения, когда я ее пытаюсь двигать. Вы заметили? Это настоящий тессеракт. Как в фильме «Интерстеллар». Вы можете туда сейчас погрузиться, в эту кружку, и исправить ошибки вашего прошлого. Да. Все это может быть. Ну, а я уже расслабился. По радио мне скажут, расслабился я или нет. Слушайте, я походу расслабился. Ну что ж, пока все отлично, пора спать. Очень простая ночь. Да, выдалась. Все дети спят. Музыка, мне нравится, когда музыка играет. На ночь. Приятно засыпать. Окей. Что это было сейчас? Затишье перед бурей или что? Я не знаю. Слишком просто все было. И кто мне дал эти таблетки, интересно? Знаете, наши дети, здоровье повышается. Ай, хорошо. Click to continue. Мы continue. Тишина. Хм, все нормально. И на доске нет никаких заданий. Но мы на всякий случай пройдемся. Чуть-чуточку. Налево, направо. Нет! Мне не нравится это. Мне это не нравится. Что? А! А!
Нам впервые дают выйти из дома. А... Никто не отвечает. А это наша дочка стоит, это Кайла стоит. Помогите, у нас дочка сама, с ума сошла. Сюда не могу, кстати, стучать, могу стучать. А! Кто-то решил моей тактикой воспользоваться. Ой, блин, Кайла? Кайла? Опа, мы можем туда пойти еще? Офигеть! Это открытый мир, open world начинается. Ой, фу, странно это. Не надо, мне эпилепсия не нужна. Кайла, ты чё? Что с тобой? 3, 2, 1. Ты знаешь, где прячется Томми? Это опять про своего Томми. Не знаю, где он прячется. Ты мне скажи. Я должен найти Томми? А лифт могу вызвать? Нет. А это что такое? Странно. Ладно, я пойду наверх посмотрю. Нельзя. Значит, внизу. Он внизу прячется, да? Сейчас найдем. Томми! Тебя ищут. Стой! Стой! Стой, мой сыночек! Стой, Тимми! Ой, блин, все, 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 все. Ё-моё! Беги, мать! Беги, мать! Сфоткай его! Нет! Сфоткай его! Что происходит? Стамину всрали! Куда? Теперь можно... А, теперь можно наверх пойти. Окей. И свет нельзя включить. Стоп. Мисага. Карл. Да, я... Блин, мне удалось собрать все по кусочкам за последние несколько дней. Короче, Томми был рожден, и ты спрятала его ото всех? Потому что тебе было стыдно. Ой, боже мой, хватит строчить. That he was abnormal. Тебе было стыдно, потому что он был перекошенный или как, короче, неполноценный. Почему ты спрятала Томми от мира? Как будто этого заключенного в своем доме. Насколько был твой... Насколько сумасшедший был твой мозг, что он умозаключил, что это самое лучшее, что можно было сделать? Ты бы могла ему дать... Ты бы могла его отдать на усыновление. Боже мой! Ты могла даже и аборт сделать, чтобы это было бы более человечно. Томми заслуживал лучшего обращения, чем... Как будто как с собакой ты к нему обошлась с ним. Простите, прекрасный перевод, я знаю. Трудно формулировать, трудно. Как вообще Джек на это согласился? Ты давила на него? Ты монстр, Мэри! Я сообщу властям о тебе. Твои дети небезопасны с тобой, понятно? Бедный Джек. Вот почему он себя убил. Ты должна быть ответственна за его смерть. Спасибо. Карл. Дети, я такой стрём я пересралась, короче, понятно? Из-за вас, из-за ваших тупых игр. Кто придумал это? Ты, Кайла? Будешь наказана. Охренеть. Это Томми всё-таки, который сейчас нас напал? Или это я? Это монстр-мама, не знаю. Фу, жестко было. Нафиг. Заходите домой, дети, заходите. И дверь закрыли, быстро. Отойти. Нет, дверь не закроется? А, ну ладно. Видимо, мы спим так. Мы проветриваем нашу квартирку сегодня. Окей, у нас есть задание? Нет заданий, новых заданий нет. Боже мой, было жутко. Так, это дочь номер один. Ага, и сын номер два пошли за мной.
Ты всегда будешь моим номером 2. И по жизни тоже. Вот так вот мы ободрили, сыночка. Все. Упал. Упал. И все, люблю тебя. Здоровье улучшилось, кроме как... Кроме меня, блин. О! Здоровье улучшилось у меня тоже. Все, все довольны сегодня. Отлично. Походу, пора спать. Немножко дыхания. И мы сосредотачиваемся. И засыпаем. Отлично. Довольно-таки простая ночь была. 10-11 вообще фигня. Типичный день. Позовите, когда будет челлендж какой-то. Окей. Сколько всего ночей здесь в этой игре, интересно? Мне кажется, она должна уже довольно-таки быть, наверное, такой короткой игрой, поскольку куда еще дальше развивать всю эту историю, да? Все. Слышите? Дождь идет? Или что это такое? Смотрите. Принять ванну. Вот тут вода льется. Угу, страшно. Исага. Так, Леи. Так, Мэри. Это ты стучалась нам в дверь? Это я стучалась в дверь, да. Ты уж прости. Я просто перенервничала. Давайте посмотрим, кстати. Там есть кто-нибудь сейчас? Смотрит к нам в глазок? Нет. Very good. Хорошо, где ванная? Вот она. Принять ванную. Лучшее, что может быть. Так, в зеркало посмотрели на себя. Нет никого, прекрасно. Все, ложись с телефоном. Послушай хорошую музыку. Пообщайся в соцсетях. Сейчас будет хорошо. Если, конечно, тут кто-то не вылезет. Если сейчас отвернусь, а потом вот, детишки сидят в ванной вместе со мной. Ой, блин, что это было? Ой, телефон упал. Ну ладно, надеюсь, не в воду. Не в... Воду упал? Я не заметил. Почему я... Ой, у меня сегодня спа-процедура, отвали. А? Ну, пожалуйста, входи. Пожалуйста, входи, я не возражаю, блин. К Тиме пошел. Почему к Тиме? Почему все монстры считают, что мальчики самые сладкие? Как мне вылезти? Я не могу вылезти. А, вот. Я могу вылезти. Сейчас, погоди, мой телефон. Я в ванну. Маленькая слишком. Маленькая. Мразь, просто зашла. Что я должен сделать? Надо почитать задание. Ой, блин, мужики. Тиме. У папы был пистолет. Зачем он тебе нужен? Где? Говори, сынок, где он был, пистолет? Так. Найти пистолет Джека. Черт возьми, где же Джековский пистолет? Тиме? Ты где? Быстро говори. Где пистолет? А как же Кайла? Ой, блин, темно. Уф. О, Кайла! Где пистолет папин, ты знаешь? Я к Тиме в комнату и... здесь! Я ухожу! Нет! Все! Возьми мою дочь! Возьми мою дочь! Че там ты говорил про красную коробку? В бук-руме! О! Стамина! Здорово! Скорей! Тебе, ты не видел еще одну стамину? Мне очень нужна. Если найдешь, принеси маме. Вот и коробочка с пушкой. I'm gonna fuck you up, man.
I'm gonna fuck you up. О, стамина. Ну все, я полна стамины. Я обожралась стамины. Передоз стамины. Где ты? Тимми, спать пошел. Он спавнится в твоей комнате, поэтому ты отвлечешь его. Все. Так, здесь нельзя прицелиться, можно просто выстрелить. Окей, хорошо. Хорошо. Фу. Фу. Кайла, ты пискни, когда увидишь его или услышишь. Не бойся. Мама полностью здорова. Мама полностью здорова. Не сомневайся в этом. Ты как? Хорошо все? Я несу. Я несу. Стоп, мы нашли пистолет, а что теперь? Все? Что, он ушел? Боже мой, страшно. О, мой Год. Все, походу, ушел. Черт, я хотел выстрелить по нему. Он, а, он просил, что я пистолет взял. Я такой, о, нет, я пошел отсюда, да? Ах, сыкло, я так и знал. Все, всю ванну мне запорол. Где же мой телефон? Больше телефона не будет, походу, все. Я его смыл случайно. Теперь только пистолет. Главное, случайно по нему смс-ки начать читать. Давайте проверим наверняка. Да, можно спать. Фу. Ах. Ах, хорошо. Я был не против, когда здоровье отнималось у детей. Но когда прямая атака на меня, это... Это уже... Это вот неправильно. Неправильно, я вам говорю. Природа должна защищать в первую очередь маму, чтобы мама могла защитить детей. Поэтому игра должна меня защищать в первую очередь. Стоп! Кат-сцена. Только не это. Куда? О, нет, в нашу библиотеку. Сейчас, небось, и шкаф вот такой отодвинется, а там проход. А там проход! О, блин, мразь. А там проход, и там Томми. Это Томми. А, вот, это Томми, он такой мерзкий и стрёмный. Пойдем. I'm gonna fuck you up, man. Чёрт. Жрёт. Томми жрёт моих детей. А где? Я чё, знаю? Здесь? Ну, слушайте, кроватка довольно-таки вполне себе. Вполне себе. Я же забил. Я же забил. Томми, Тимми. Хватит. Хватит драться, детишки мои. А. Сейчас. Включу свет. Папа, а, ты здесь. Сдох быстро. Встал быстро. Не бойся. Твоя мама здесь. Тере-тере-тере-тере-тере-тере-тере-тере-тере. Ду-ду-ду-ду. Ой, блин. Ой, мама. Бывает же такое. Спать. Что там? Кто там? Кто там? А. Иди проверь, сынок. Иди проверь, сынок. Нет, не хочешь? Я не хочу играть с Томми больше. Правильно, блин. Я тебе говорила. Хорошо. Что ты делаешь? Сынок, маме придет. Ой, блин. Ах ты тварь!
сдох! Ой, он тебя опять забрал. Я думал Кайлу. Кайло-то спит? Кайло спит. Короче, все, прости, сынок, но кажется, они идут только за тобой. И только за тобой. Ничего не поделать. Они выбрали тебя. Ладно, сейчас мы что-нибудь... Сейчас мамочка что-нибудь придумает. Ай! Кто... Кто откуда вылез, блин? Сынок, пошли. Тебе надо поспать. Все. А-а-а, блин! Фу, как это жестко, как это жестко. Где? Сына, ты спишь? А, в ушах. Шум в ушах. Ош. Грудак сдавило. Что? Я что, слышал? Я... Нет? Да, я слышал, хавают. Прямо? Прямо у Тимми. Он... Ты какой-то посраки получил? Кайл, вставай. А, погоди, ты идешь за мной? Пошла. Спать, 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 спать. И заодно скажи маме, если ты найдешь стамину. Одна стамина нам не повредит. Оу! О! Пошел ты! Фу. Получилось? Надо забить. Иди, иди спать! Иди спать, дочь моя. Быстро. Все. Мама пока попробует забаррикадироваться. Не получается. Скорей. Так, кажется, вот здесь можно, да? Да. Ой, блин. А. Почем зря. Ладно, у нас патроны, походу, бесконечные. Вот, надо забаррикадировать. Doesn't lead outside, блин. Откуда же они приходят, эти чудища? Сынок, в порядке? Вот здесь. Это тоже не ведет аутсайд. Нет! В ванную, да, прямо? Стоп. Нет, не в ванну. Ко мне в комнату! Че задача? Пережить ночь. Понял. Когда ты уже умрешь, Томми? Ах ты ж говна кусок. Вот оно место, откуда он приходит. Вставай, дочурочка моя. Вставай, вставай. Вставай. Муа. Все в порядке. Мама здесь. Мама тебя в обиду не даст. Только если чуть-чуточку. Так, надо взять вот это. Как там у нас? Все забаррикадировано. Походу, да. Опа, новое задание. О, боже мой, скорее почитать. Так, это так интересно. Так, нужно все окна. Ага, все окна. Какие окна еще у нас не готовы? Я же вроде все их баррикадировал. О, май год. Сначала close, а потом все. Задание выполнено. Скорее спать, пока он не пришел. Стамина! Давайте убьем его там, где он живет. Что здесь еще есть? Плюну ему в миску. Мразь. О, окей, все, да? Все, да. Окей, можно спать. О, блин, жесткая игра. Вот этот накал, да, усиливается. Я прошел игру? Нет, еще не прошел. Ладно, давайте еще одну ночь переживем и закончим видос. Еще одну ночь. Немножко, а, ослабели, ослабели. Но всю ночь, конечно, домогались до Тимми, до Кайла. Кайла его зовут, да. Че там сразу? Я сразу встану, мама с утра пораньше решила встать. Или с ночи попозже. Чё? Опять? Пошел ты! Ты спать пошла? Вышла, куда? Куда ты там решила пойти? Окей. Что? Блин! На, блин, я сказал. Мама бдит. Тимыч! Что?
Слышите? Нет. 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 Нет, взяли. Все, все. Фух, успел. Я успел, чувак. Я успел, дружище. Я успел. Возможно, тебя задел слегонца. О, нет. Слышишь? Ты слышал это? Звук. С твоей стороны. С твоей комнаты. На! Остановись-то, Томми. Нет. Он настырный. Целеустремленный. Кажется, в жизни больше добьется, чем вы, детишки мои. Экономим стамину. Экономим. Кто там? Кто подкармливает? Куки! Что? Не знаю. Дай. На, точнее. Ах ты говна кусок! Думаешь, я тебя... А я... Сюда быстро! Я тебя видел! А! Есть! Замочил, загасил, тварь. Пролез он тут, а? Слышишь? Где? О! Нет. Я... Да какого хрена? Я же выстрелил! Нет. Быстрее, баррикадируемся. Раз, давай, раз. Есть. Скорее за детьми. To the rescue. На, чтоб тебя в ванную, да? В ванной с моим маленьким сыном несовершеннолетним? Не позволю. Давай, ку-ку, пошли. Тимми, если ты не доел печеньку, я бы не отказалась. Очень нужна сейчас. Маме надо. Слышите? Где? Он ворвался. Блин, не ожидал. Как плохо видно, плохая видимость. Очень плохая видимость. О, нет. Скорей. Так, значит, close. И баррикадируй. Все. Где ты? Я умираю. Dying. Просто dying насмерть. Очень нужна стамина. Дети, на помощь матери. Дети. Хорош. Фу. Хорошо, это шанс. И нужна еще стамина. Еще. Он стоял. Слушай, ты прикинь, он хотел тебе взять. Он прям стоял и смотрел. Но я спасла тебя. Что имей в виду? Стамина! Скорей! Так, где еще? Где еще? Кайла, ты жива? Ай, хорошо, моя доченька. Сколько и можно еще? Блин. Так, когда это прекратится? Сразу. Так, все окна. Чего? И все... А, уже все сделано. Все, я спать. Погодите, прежде чем я спать, я должна сожрать. Что? Что? Где эта стамина? Где должна быть стамина? По-любому появится сейчас. Ничего не видно. Ой, фу. Вот, вот она. О, да, отлично. Ну-ка. Я не знал! Я не знал, что Кайл погиб! О, нет! За что ты это сделал, Томми? Блин, я думал, игра не позволит. Я застрелил! Стоп! Анду! Я не знал, что это сработает! Помогите! Нет! Стой! Блин, придется переигрывать! Нет! Я не могу переиграть! Черт! Почему я решил это проверить?
Да что за фигня? Ты что за... Что за фигня? Ты каков? Эй, сколько тебе надо? Все, под откос пошло. Прямо все. Сразу. Ой, блин, ну... Что? Скажите мне, что это плохой сон. О, стамина, хорошо. Я убил ее от неожиданности. Я думал, это монстр. О, нет, зашло. Теперь она за мной идет? Только не это. Что я-то тебе сделала? Что теперь делать? В чем суть игры? Сдохли дети. Вот вам наглядный пример. Оружие в доме. Это очень ненадежно. А помните, здесь спал Тимми? Какие были времена? Что? Убить мразоту. Я должен убить его. Там, где он живет. Come at me. Нет, его здесь нету. Сейчас я просто грохну, мразь. Будь уверен. Боже мой, это безумие какое-то. Как я мог так тупо убить? Просто слил детишек своих, детишек моих. Ну, Кайла вообще тупанула, конечно. Тут ничего не скажешь, тут вообще моей вины нет. Вот фига ли она вышла и испугала меня в темноте. Ни слова не сказав. Надо выключить телек, бесит. Все, ух, хорошо. Как темно. В чем суть игры теперь? Все, попал. Ранил точно. Блин, где же? Блин, ничего ж не видно. А, надо забаррикадироваться, конечно. Опять включили телек. Ну что за говно? Баррикадируемся. Во! Идеально. В этом доме стало так одиноко. Надеюсь, попал по тебе, тварь. Это все за тебя. Надо было и аборт сделать, точно. Карл был прав. Черт! Как больно в душу! О, стамина сразу. Она просто выпала из меня. Где ты залез? Сказал мне быстро. Где залез? Я сразу палку возьму на всякий случай. Так, здесь я забаррикадировался. Давайте здесь выключим свет. Вот. А тут... Включим. А, блин, да чтоб тебя! О, мраз. Вот где надо еще... А, нет, не надо баррикадироваться. Тут все есть. Блин, да что ж... Очень жутко, честно вам скажу, жутко! Надо найти стамину в доме.
Где-нибудь должна быть. Так это... Мразь ты какая, что ж такое? Он вообще просто пошел на максимум. Он больше со мной не церемонится. Так, быстро, включили свет. Ты где, тварь? Иди сюда. Подошел! Давай. 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 Как хорошо было, когда были дети, он хоть на них отвлекался. И можно было подходить к нему сзади. Я слышу его или нет? Дождь идет. Вышел! Бам! Нет? А! Есть! Попал? Блин, говно кусок! Садил ему! Стамина! Черт, вот доска вонючая, как я полож... Воу! Где? С какой стороны он вылез? Блин, жуть какая! Ай, да блин, он здесь вылез! Как его громко взвизгиваю нынче. Очень жутко. Так, где ты? А-а-а. Черт, как сложно выжить. Давай. Вы мне игра на нервах. Просто у меня на нервах сидит. Как, знаете, стая голубей на проводах так сидят, такие трындят и нервируют меня. Фу, фу, фу. Сюда? Сюда? Бич. Он ждет меня, да? Блин, я стреманулся. А, нет, выключил свет. Дайте выстрел! На всякий случай. Тварь. Не вижу! Это замануха! Блин, мразь. Скорей, скорей, скорей. Where are you, bitch? Куда исчез? А! Есть, попал! За ним! Так, вырубить мешает. Отошел быстро. Когда это закончится уже, а? Все, получается, одним выстрелом мы его прогнали. Оу. В упор прям, в рожу ему. Сколько у меня стамины? У меня 3 должно быть. Свет. Что? Он тут? Ты тут был? А! Да, есть. Скорее за ним. Ну стоять, блин. Все, исчез. Ну сколько можно? Боже мой. Я не понимаю, в чем суть игры? Долго я так буду стрелять и выходить? Он зашел, да? Воу!
Есть. Скорей. Слушайте, рано или поздно это должно закончиться, да? Уже можно. Нет! Я не понимаю. Вот! Ура! Все, готово. Спать. Да, спать. Я не знаю, у меня слов нету. Что? Что? Сейчас будет гейм овер, да? Или нет, сохранение. Сдохли, сдохли. Здоровье. Что-то детям не здоровится. Очень не здоровится, по-моему. Может быть, печеньку дать? Ой, блин. Мы продолжаем игру. Он плачет? Он плачет? Так, я думаю, здесь пора стопиться. Он идет за мной. Интригующая концовка. Но мы здесь застопимся. Мне немного жаль, что детей слили. Я не думал, что так получится. Я думал, что я не могу их убить. Я попробовал это на Тиме. На Кайле, точнее. Он сдох, я усвоил урок. Но потом... Чистая случайность. Чистая случайность и ничего больше. Я не беру ответственность на себя за это. Не беру. Вы хотите сказать, что я плохая мать? Вот вы не матери, вам не понять. Окей, ребят, это безумие полное. Я причем всегда погружаюсь в такие игры, ну и ловлю эту волну сумасшедшую и сам становлюсь таким. Очень весело. Столько нервов было сейчас, прям жесть. Короче, увидимся в следующей серии. Я не знаю, что там дальше будет. К сожалению, мы теперь без детей и бездетная мать выживать будем сейчас. Но у нас остался еще Томми, которого мы шмаляем, и он бессмертный. Вот это нормальный, конечно, сын. Не то, что эти хрупкие детишки. Огромное всем спасибо, ребят. Если вам понравилось, то ставьте лайк, пишите комменты, заходите во все мои соцсети. Ссылки будут в описании под видео. Ну а с вами был Юджин, и всем пять!